жизнь свою, как и на пленку прикрутить за 10 лет назад, чтобы снова быть простой девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад. И жить именно из косой, рыжий берег с полоской стила, я готов целовать. Хватит сиську мять, пора заняться делом. Сегодня отличный день, чтобы надрать всем задницы.
закрывается. Похоже, конец. Страшное уебище! Я еще раз так сделаю. Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах! Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны... Тёщи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Thank you.
Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Оу! Пора нести боль в массы. Я не игрушечный, я коллекционный.
Не соизволите ли сдохнуть, нахуй? Похоже, конец. Смотримся.
Не ходи здесь больше, козлина. Пристегните ремни. Поедем по колдоёв. Oh!
синие, длинные, а город каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу красками зимними, но грозовые тучи кружатся над вулканом. Помоги мне, помоги мне. Как лазую ночь позови. Видишь, гибнет, а сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Портал закрывается, похоже, конец. Приятель.
все еще изменится. На поляне траву, зайцы в поле. Вы все неорганизованные куски водоплавающего гав... Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трын-трава. Твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын траву. Я на бобрек обычный. Да. На сервере, ну, как ник на сервере, то есть в лицах. Да, нажал. Здесь сейчас не актуален в данное время.
говно. И в принципе в лице онлайн. Так, 10-10, да? Тоже никого. Нигде никого. Плюсик поставлю еще. Вдруг контакт. Можно и на двух бобрах, если ты не стесняешься. А зачем? Какой фигней страдать? А он стесняешься, значит. По идее уже должны повылазить. Ну, типа среда, утро, все на работу должны ехать. Ну, у кого утро, у кого обед, у кого вечер уже. Такое же дело. Да. Кто-то уже пойдет. Кстати, нет, кстати. Ну, почему? Америкосы еще не проснулись. А у них там сколько? 11 часов. Ну, у меня с ними 11 часов разница. Хватит сишку, у меня сейчас блять, час. Пора заняться делом. Ну, почти 12 часов разница. У меня сейчас час дня. Ну, 15 минут второго. Они только спать легли. Так, а тебя выкинуло? Да, да. Сейчас. Но это, видите, из-за первого запуска. А, это у тебя традиции такие, да? Да. Причем предупреждать этого... надо! Вообще, с начала лета это просто каждый бой вылетало. Сейчас благонька. Сейчас так, первый запуск. Но все-таки игра не смогла слить процент побед на 1%. А, ты уже... зашел. Сегодня отличный день, чтобы набрать все в заднице.
Да ёпт. Только откатишь, эти боты и зверюги какие-то. Креветки взяли моду летать на 3000. Вообще офигели. Чем больше барахла, тем веселее разборки. А ты зачем на многоцелом поставили, что на 3 километрах летать вот не летает? Это креветок теперь нигде не пасешься, блин. Так они за XF-ом вверх успевают догнать его. Ну охренели вообще. Летатки больнее, чем у только третьего, скорость выше, чем у ЦИ. Делать нечего. Шли, увидели, натянули. Есть еда, да? Да. О, твои. Как правда, второй кинут, наверное. А нет, пустые. Этот кинут чуть-чуть. Этот чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Я его почти догоняю. Обычно неубиваемый защитник, блин, на хвосте уже сидят. Хвосты ломают. Было время, я бы тебе снялся просто, но время уже кончилось. Кидали. Похоже, победил сильнейший. А что-то толку нету. Ну да, что-то как-то они. А как я умудрился взять Лангом и не взять Дулитла? Ну как? Тихой сапой, не напрягаясь. Что такого-то? Это интересно. Тебя же не сбивали, обычно. Не сбивали. Ты бомбил, обычно, бомбил. Ну, да. Получите, распишитесь, что ты? Манга в таверну зашел. В игру. Куда зашел? Ну, это в игру. В игру? А в чем прикол? У меня 405 очков захвата получено, а при захвате территории Дулиттл не дали. Ну, погоди, а Дулиттл-то на 400 очков, что ты? А Ланга-то? Да. Ну. А в чем прикол? Ну, только Ланг. А Дулиттл надо было еще дать. А, Дулиттл надо было. Это ты как там зажмотили. Что-то да, слушай. Может все-таки вместо бензинчика поставить эту продувку двигателя, или как она там называется? Охлаждалку? Нет, у него не перезапись. Не знаю, так. Баллончик, который ремонтирует двигатель? Да, да. Ремкомплект? Не знаю, я что-то, знаешь, как-то летаю больше с этой, с тормозочком. А по-моему, у меня даже два стоят. Там два можно поставить, нет? По-моему, можно. Кого?
И тормозочек, и это, по-моему, вот сейчас не вспомню. Баночку и тормозок, по-моему, можно поставить. А что там, кстати, Гриша, он с ВРЛами летал? Да. Ну ладно, что вы поделаешь. Что говоришь? Ну что уж поделаешь, ладно. Не, ну я с ним с утра уже побеседовал. Он был тут с этим, с Алекс Громом. Алекс Гром тоже с ними летал. Как-то видел. Но я ему ничего не предъявлял, он вроде с Латвии. Мне как бы... Может быть, у него свои там эти заморочки. Хрен его знает. Ну а от Гриши я, честно говоря, ну не ожидал. Ну, еще что-то там оправдывается, что типа я там два раза им слил, и типа я обиделся. Про то, что слил, вообще слова не было. Сегодня против меня толпа писюнов. Альфа-Омега. Денис 174 Русь. Это регион 174-й или что? Ну да, наверное. Так, а где же мне этого Альфа-Омегу ловить? Он да, тебя, может, он тебя будет выцеливать. Да, выцеливать. Ему же больнее. А у тебя в крепость закачана или скорость? Да, у меня все прокачано. Ну как, у меня вообще сушка на скорость, но металлочная. Я не игрушечный, я коллекционный. Не, у меня раз на раз не приходится, у меня чаще 90-ки убивает, чем. Не, у меня 90-ки как раз таки не убивают. У меня больше с джавиками проблемы, если джавика берут, то джавик, да. Джавик, даже внизу, он раньше хоть вниз упадешь, он не мог так клевать. А этот прям за тобой по земле стелится, хоть бы что ему. Стоять. У Джавика хп столько, что танковать можно. Лавка 15-я, твою мать. Пресекла меня. И ко мне идти. Да зачем? Я сейчас вниз упаду, малёх. Может быть, она отстанет от меня. Ну, смотри-ка, научили их понизу гонять. Из круга сразу валит. Блин, зараза такая. Так, она меня... Мне кто-нибудь так выстрелит? Да, молодец. Так, что там? Хэфчик мне там сзади идет. Так, 90-ик вижу, да? Да, пусть идет. Пока что. Блин, я далеко. Да, он не успеет не увидеть. Тем более он меня бьет. Он вот этих мелких бьет. Убежали. Пять лавка, наверное, были. Ну, давай, 90. Ай, блин! Вижу точно летающий лавка. Кусок дерьма! Не, я не заберу эту точку. Не ну, я не зато не заберу, наверное. Так это плохо. За точки воевать не надо как раз таки. Сейчас они заберут. Ну пусть забирают, это лучше, чтобы точка. Чем точка ничейная будет. Чё ты там центр возьмешь? Смотрим сейчас.
сюда пятерочка наша доходит. ВДВшников в голубых беретах. Так, у меня 4 молнии. Пьяные обезьяны, потому что трезвая не даст нихуя. Че, вы все на меня этого 215-го отравите, который не мажет, да? Он у меня уже был какой-то. Ну ладно. Похоже, удачка повернулась к тебе жопкой. Восьмидесятку, да? Восьмидесятку, да. Что за прикол? А сам прикол я и не доберу. Ну ладно, сейчас защипаю. Надеюсь, наши дебилы смогут что-то. Ура! Они смогли забрать одну наземочку. Так, а вот ты 90. Теперь я тебя отпускать не буду. Ой, там без... без ничего. Скрывается от меня, бомбы бросает. Ну, бомбы на 90 против самолетов, потому что дебловатое дело. Как мне защитник с километров? Ладно, 17. Ай, чем больше прохлады, защитник с километров. С километров. Так, откуда это звук второй идет? Так, портал закрывается, похоже, конец. Так, сколько бомб одна была? Ну, класс. Так, а я пока 90 поеду гоняю. По крайней мере, мы охуенно смотримся. Все, пиздец с прической. Не, 90-ик не захотел гоняться, он ушел. Он бы не бутилил. Пошли. Да, сейчас первая жертва это будет в 8. Пора надрать кому-то жопу. Сильнейший.
Так, что ж тебе? 14, ух ты, я 14 максимум очканул. Ух ты, хорошо. Хорошо. Так, ну, коль скоро ты тут, а ты уже вышел из... Да, я. Откуда? Вышел, да? Куда? Ну, ты в попад... А у тебя попадоса нету, да? Канал? Есть. А то ты в 10Z сидишь, а в попадосе нет. Ну, сейчас. Тогда я выхожу, да? Или что? Ты будешь тыкать или я? Давай, ты потыкаешь раз. Раз уж тыкаешь. Ну, давай. Тогда тебе тут делать нечего. Вали нафиг, не создавай ажиотаж. А то подумаешь, что тут летают разные. Один сидит и поджидает. Да. Хватит сиську мять, пора заняться делом. Так, делом. Здесь я на ракетку курю. А знаешь, что я тебе предлагаю? Ты иди и хлеб забирай. А я заберу ракету. По принципу Семёна. Я не игрушечный, я коллекционер. Сам двотяжа убью, и туда прилетят еще. Ихние двотяжа прилетят. Попробуй повторить героические поступки Семёна. Мы с ним так и летаем, я когда это... Ну только там еще завод бывает с этой стороны. Стоять, зеленый! Ох, нифига себе, там бот сбил ракетами. Там бот, наверное, с километров полтора кинул ракеты. Ага. И просто уничтожил вообще. А зачка там же иногда какой-то. А, нет, вру. Это микрокотик, урон ракетный. Жалик оказался быстрее, забрал моего зеленого. Ну и зачем мне 5 бомб на этот ракет? Если ее все равно забрать не могу. Сейчас. А я очередь теперь поменьше палять. Я хочу, чтобы забрали вражескую. Чтобы враги забрали вражескую ракету. А им кому там забирать? А у них там 2 штурмата. Нет, хороший, надо. Плохой, если... Главное, у кого пушка! Помочь не забрать. У них этот бобёр и штурм странный. Знаю, по идее, должны были забрать. Они не смогли. Вмешалось обстоятельство, да? Да.
второй зачек Армана. Офигенно. Кровавый дождь! Что ты делаешь, Джайк? Ох ты туда влез, блин. В красное месиво. Как тузик грелку. А, ну все, можно не сбоевать. То все равно больше не будет очков. А у меня будет. Так, ну ты давай убивай их тут, подожду на спауне. Понял. В роддоме мочить сейчас буду вас. Жарит еще на получение люлей приятно. А у тебя хватит ему? Ну давай. Пришли, увидели, натянули. Это хватит, чтобы у вражеской команды вывести. Ты габретки брал уже на этой, на суше? Да, да. Ух ты, блин, красавчик. Я ни разу не получается. Ну это, конечно, похоже, победил сильнейший. Надо было оставлять все-таки точечку, ракетку одну. Но ты не сдержался, да? А что мне еще делать-то? Ну понятно, да. Вообще, чтобы кабрезки взять, надо не забирать точки и летать одному в основном. Если вдвоем играть, то это слишком быстрый бой получается. Хотя скорее бобер, чем бобер сверхтяж. Можно на бобре просто летать и хочется за все. Фига ты тут крестов наставил. Что, клавиша залипла, да? Нет. Сейчас, секунду. А давай перекурим минут 5. Давай. Вот. Это как кладбище, наверное.
Засучим рукава и будем копать. Да. А это у тебя в нике тел так написано или что? Или теджл? Теджл. Тел, ну вообще-то последнее как L, а L должна быть. Тел? Но, короче, теджи, тел. Вот так, примерно. Ну я вижу, ну, а подразумевал тел, да? Чего говоришь? Подразумевал чё? Тел. Подразумевалось. Сейчас напишу, что... Так, где это? Вот. Ты скажи словами, что? Все равно на этом будет ты, видно. Ты писай. Да. Мы на телевизоре же, да? Нет, там именно написание, типа телохранитель. Паралисти боль в массы. Вот это четыре буквы первые, чтобы не длинно было. И... Эх, F-86, мне кабздец. Пойти аэродром занять, чтобы ты, блин, с него на эту ходил. Ага, зачем? Ну, на завод, чтобы ходил с него, не? А тебя выкинуло опять. Друг, на кого ты меня покинул? А, пришел. То потухнет, то погаснет, блин. Если не тереблей, ты сейчас куда пойдешь? А я еще карты не вижу. Ага, понял. Ну ты пока... Так, летишь в сторону завода больше. Так, это плохо. А, нет, это хорошо. Так, можешь ракетку тебе не вариант? Да, ракетка мне вот сейчас этот там попадется на жизненном пути. Ладно, давай сюда еще. Сейбр. О, я сюда, да. Спасибо. Полетное задание получил. Выполняю. Все, три бомбочки на центре ставлю. А, чисто откатить? Да нет, забрать могу. Тремя бомбочками? Ну, а так чё? Надо всего-то всех убить. Задача легкая. Да. Ой, они сюда все прилетели. Уходи. Сожгёт, а, так мы и забрали. Я их инициативу как-то передавили. Сейчас, я лечу разбираться. Что там, кто там? Где толпа? Где наших бьют, да? Пальчик на меня, это я и чунтал. Тоже, наверное, Джавик у этого. Ломанул меня хвост. Так, кто на меня еще? Где вы? Так, у меня не скрывал, но я еще. Фу, унес я. А, и меня унес Джавик. Креветка, а я зато унес этого. Сейбра. Пипец, как тузит грелку. Вот подвис. Нифига себе. Это же событие раз в 1000 лет происходит. Боты подвисают. Да почему? Так они не виснут. Ты же видел, как они на креветке как забираются и им плевать вообще? Ну, как бы да. Этот лупит с высоты. Не в спице, явно не попадает. Ух. Почти на 4. Да, на 4000 почти. Ну, забрал. А? Ну что тут скажешь? А, молодец. Ну ладно. Мне же лучше. Пусти, да. Оставлю я его ранено. Может кто добьет. Да, благо у меня еще мое желание. Иметь лучшую статую
смысле, не то, что лучше стату, вот это, быть лучше врага, не превратиться в то, чтобы у меня всегда было больше, чем врага, персонал. Это вполне возможно. Да, мне еще говорит человек, у которого было 42% статы. Когда-то. Но когда ты больше. Когда купил себе велосипед, да, сразу добреть начал. Да. Это про Су-10. Ну да, про него. Это потому, что у меня раньше Су-10 не было, да? Я злой так. Да, 287 был. Потому что если летаешь с Радком, там на другом получится летать. Здравствуйте. А, этот, наверное, подлечился, ну-ка, много. Да, подлечился? Эльфик подлечился, он, видать, сбитый был. Теперь целый летает. Это в ангаре его подлечили. Да, да, да. Так, ну давайте, что вы забираете? Натянули. Так, ну и где мой завод? Я хочу завод. Давайте, прошли что. Пять клеветов, блин, ненавижу вас. Маневренные сволочи. Маневренный, быстро тормозящий, блин. Да, Сайбер, наверное, сейчас обиделся. Прилетела, значит, какая-то дура. И сбила его. Он даже не успел навернуться. А он потом 8, это неприятно. Блин, с этой креветки тут уже танцуют. Уже жениться пора, блин. Все? Похоже, победил сильнейший. Я пригласить хочу на танец вас. Да, теперь вам бы не дали. Хватит на. Надо. Не, в принципе, я с бобра все жетоны забрал. Это да, это достаточно. Она вот это в чем-то, что самолет убивает, и нет ничего другого, кроме бобра. Потому что мне глазу больно, когда я в 30 FPS играю. На чем-то кроме бобра. У тебя такой FPS херовый, да? Да. Ну, это ноутбук называется. Ну, а, я, благо, пин? Full HD играю. Пинг нормальный, нет? Чего? Пинг, да. Ну, я в Москве. О, там вообще, наверное, 10, блин. 5. Ну, что-то типа такого. Везет же людям. В кинотеатры ходят, в библиотеки. Не, не ходят. А мы тут замкадыши. 80, 100. Это как это называется? Я в Москве, а вы в России. Да, 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 да. Помнишь, как мы, говорит, хотели жить в Америке? Да. Вот. Хотели мы, а живу я. Да уж. А сейчас все сидят по своим странам. Да.
у человека с этой капитан. С, ну как там, с модератором чата ник модератор. Классно. Говорящая фамилия. Да. Хватит сиську мять, пора заняться делом. Куда с ним? А фиг знает, кто это. Сармат. Так, получается, страт у нас следующий. Ты вот сюда иди сначала, я на КЦ полечу. Понял, потом, сделаем. Потом ты вот сюда. А у них бобер будет что делать? Он сюда сначала прилетит, а потом на завод, скорее всего, или сразу на завод. Если он сразу на завод, то есть, ну, после КЦ на завод. Если он через КЦ свое, то у тебя на КЦ, а потом на завод. Сегодня отличный день, хитрый план надрать всем задницы. Мистер Фикс. Ты по что наш голубой берет обижаешь? Да. Все так, как надо, он делает. Вражеский. А, так он, короче, знаешь, что хотел сделать? Типа не дать мне захватить вражеский завод. Типа он оставил... А, вражеское КЦ. 4 бомбы? Да. Да не, я не думаю, мне кажется, он просто... Ну не сработал у него что-то. Я не думаю, что так, он смотри, он сейчас приедет, скинет чуть-чуть. В итоге он будет забирать этот завод 1.5 минуты. Или больше. 1.5, скорее всего. Из-за того, чтобы КДшнуться, и потом уже забирать. Ух ты, ёб, вот я прилетел. Вот ты меня послал, на, а? Тут и я к 19-й, на тебе, будьте здоровы. И с Сейбом, все, и Дюша Метелкин, блядь, друг спас друга называется. Сейчас этот меня догонит. Это же, это сабля, да, сука. Куда тебя утащить подальше, куда? Чего ты на меня шпилевилит, блядь. Мама, суки. Суки базарная, краснобулая стача. Бьет, падла. Еще живой? Еще был, да. Но моя жертва была не напрасной, да? Наверное. Ну ты засмотри, ты как героически их там всех полупил, блин. Короче, понял, я приманкой был, да? Нет. Ты должен был забрать вот это только. Да, понял. Я не справился, ни хрена, я лошара. Нет, там был потусторонний вредитель. Много их. Они там все были, блядь. Я 19-й. И это ты Сейбор. Потусторонние вредители, хорошо. Мне як 19 пытается завод не дать захватить. Он тебе поможет это сделать, да? Он тебе помогает, а ты не знаешь. Летаю.
Ура, среду бы забой на Вита. Какое достижение. Сейчас отвалится завод. Это хорошо. Вижу летающий кусок дерьма! А ты еще злости не накопил, да? Чего? Ну, бомбы у тебя не отросли еще. Ну, они отрастут как надо. Ага, вот он опять летит. F-86. А! Уф. Ты по что там наших голубеньких долбишь, а, Кандер? А что такое? Почему все десятки не дошла? Я не понял. И 50-ка не дошла. Ладно, придется курсачом забирать. Ты вообще зашибись. Что за прикол? А можно я Михалычем заберу, а не курсовым? Прицелься только хорошенько. Я пытаюсь. Не дают. Так, ну наши по теории забирают. Да. Только единственное, что... Ну как? Как могла 50-ка и 80-ка не пройти? В общем, там копейки абсолютно не остались. Я к тебе 19-го тащу. Где ой, ты там? Хорошо. А, вон ты. Давай, сборщик, как раз подсброшу. Он все поотстал. Здорово поотстал. Ага, тогда я сам. Да. А кто? Где? Кто так где? Горохо насыпали мне, так покрыли, подсокали. Кто? Зачем? Привет, Макс. Здорово. Макс, привет. Портал закрывается, похоже, конец. Да, летаем. Че, тебе тут вообще играть не дают? Вы вдвоем летаете? Да, там вдвоем. Я что-то сначала вас не приметил. Дайте с точки уйти, с точки дайте уйти. Демоны. Ну ладно, давай. Я заберу. Тяж, так и продолжай. Улетел сразу. О, страшный звук. Ну полечу я туда. Сушка 50 из двух проходов не смогла забрать. Ох, тебе тяжик. Да-да. Он правда уже без пилота. Без ПП. Не ходи здесь больше, козлина. Там народу много? Ну сейчас так нормально получилось. 3 на 3 играем. А что-то, бля, так-то вроде никого нету, бля. Они же желаете ли вы спариться, господа, а то я уже устал. Ну ладно. Я не знаю. Я буду третьим лишним. Блять, я только зашел в бой, блядь, Федя, так что летите еще один бой. Ну ладно. Пораньше чуть-чуть сказал, меня вот только закинуло. О, кровненько. 6 территорий, 6 килов. 23 на земке. Уничтожено. Ну, блядь, 6 на 6. Ты где на своих любимых шестых уровнях играешь? Гуся, наверное, прогуливаешь, да? Макс? Угу. Да-да-да. О, правое дело, да. Ну, блядь, одному только на гусе, блядь, заебись, блядь.
Можно что-то там, блядь, затащить. F5, подтверждаю. А я гусей люблю гнобить на кисто втором. Или на этом, на спидфайре, не, на немце спите. Правда, конечно, кто там, смотря кто там за рулем, блядь. Да. А я не летаю на шестых уровнях. Ну и смотря какой экипаж, блядь, сколько перков, блядь, ну, да. Что такое. Так а какой? Самый мощный экипаж обычно сажают на него, потому что что? А можно, блядь, 110 экипаж позыгать? Может быть, 10 перков считаться мощным, а может, блядь, 15. Ух, ё! А, ну ладно. Одно радует, что они красный укреп не забирают за проход. Да. А тебе не радует их 15, вообще, которого тебе вообще, надо не вообще найти. Вообще никак. Тебе его надо не находить. Так, ну, ты вот сюда иди, ну, попробуешь центр, вот этот укреп забирать, то есть центральный, правый. Сделаем. Вот на этот лучше не лететь. Хотя, когда там никого не будет, когда все перемесятся с этого укрепа на центр, то можно... Я тоже так думаю, можно и туда метнуться. Сегодня отличный день, чтобы надрать всем задницы. Ты в меня не веришь, да? Нет, я тебе верю. Только чтобы рядом с тобой мясо было побольше. Так, каким ты есть сюда 3 бомбы, не 4. Так, я полетел на белый укреп. Стой, стреляй-то так сразу. Это офигенно. Вот здесь два брат. Это просто офигенно. А, вдвоем? Да, они вдвоем летают. Ну, друг другу помогают все. Так, ну ты забираешь эту точку по идее. Видимо, да. Если ничто мне не предвестит. Там арифмометр работает. Это циферки, много циферок. Колдес, но я забираю по скорости этот укреп быстрее, чем два эльфа. Хотя мы крутые! О, у них 15, меня не видит! Сейчас подкрадусь! Я тут притаился. Давай, не отвлекайся, я поближе, бандерлоги! Блять, под скоростью уходит! Стой! Я всю банку спалил! Во! Погнали! Сейчас я к вам прилечу, я медленно. Баночку приехал. Спасибо, Господь, спустился с небес. Баночку дал. Ведь не лететь. Вы же там сами нагибнетесь. Это просто ошибка.
стой, тварь, с одним хп. Куда ты делся? А, вот у тебя крылышко. Чирк. Хе-хе. Я ж тебя не вижу, теперь вижу. Фёдор, я не могу без цели указаний. Я теряюсь. Я выполнил первое полетное задание. Просто всех убей. Тоже вариант. Не, обычно все обижаются, что без цели, что я цели указываю. Почему? Потому что все слишком самостоятельные. Я обычно самый маленький и всем все указываю. 15-й, да. Сейчас твоя очередь меня гнобить. Нихера, откуда ты такой прилетел? Расписной. Один выстрел, и все, лопнул мой мыльный пузырь, блядь. Скотыня, блядь. Страшно было, бах, и нету на. Так, это плохо, сейчас тебе надо точки летать. О. Кто там на меня травит этих помоек? Уходит с точки. Ладно, буду забирать тогда. Михалыч, у меня тоже все равно. Идет как надо. Закрывается, похоже, конец. 215 минут. Увидели, натянули. Только за. Ладно, мне биться надо. Атакер, твою мать! Взял меня, покоцал. У тебя критичный центр забирает. Секунд, меня убивают. Кто? Ой, это вообще пипец, попал я под конец боя. Самое не хочу. Пау. Боливар двоих не вынесет. Семен, все, я кончился. Ой, Семен, говорю, Федор. Ни хера, видишь, там налетело, и смотри, на наши голубые это берет. Как мне на зоночку? Сволочь, они сейчас полное превосходство сделают. Говорил я, блин, пойду отдыхать. Ну что ты скажешь? А не, вы не понимаете. Наши ботяры, блин, ломанули ситуацию. О, и Федор сказал свое веское «я». Так, я за тобой наблюдаю. Ой, блин, переключился. Переключи обратно меня.
твою мать. Похоже, победил сильнейший. Вытащил. Все, спаривайтесь. Мне таких нервов не надо. Давайте, парни, удачи. Пойду отдохну. Давай, пока.